Положение предстоящего конкурса требует определенных условий исполнения видеороликов. Чтобы помочь юным участникам справиться с поставленной задачей, специалисты управления информацией общественных связей проводят мастер-классы, на которых объясняют школьникам цели и условия конкурса, а также способы реализации творческого замысла. Дают советы, как выбрать своего героя, правильно построить интервью и выстроить сюжетную линию. Профессиональный телеоператор преподавал азы приемов операторского мастерства и давал советы, какими средствами и в какой обстановке можно снять хороший видеоролик. Участники конкурса уже определились с выбором своих героев. Я выбрал два героя. Это Свистунов Владимир Алексеевич и Свистунова Ольга Геннадьевна. А это твоя бабушка и дедушка? Да. Даню Макарову. Да. Потому что у нас нет таких людей, как Даня, творческих. Мы думаем, это про нее очень интересно будет. Это было очень спонтанно. Мне помог, конечно, мой руководитель. Это Лариса Геральдовна Фролова. Раиса Павловна Рузинская. Мне всегда было интересно, как строился наш город и с чего он начинался. Она рассказывала то, что она приехала тоже сюда вроде как по путевке со своими детьми. Она рассказывала, как они делали бетон своими руками, они вручную его делали. Она показывала даже дома, которые они сами делали своими руками, они вкладывали свою душу в эти дома, как она говорит. В команде вместе со своими воспитанниками принимают участие педагоги. Они тоже понимают значимость этого мероприятия. Этот проект меня заинтересовал только потому, что он все-таки это связующее звено между прошлым поколением и будущим. И наши дети должны знать, кто строил наш город, кто создавал все то, что сейчас есть в городе Десногорске. Активность участников в этом году говорит о том, что прошлогодний конкурс прошел на высоте.